Если вы хотите посмотреть на то, как я в очередной раз защищаю Arizona RP, то досмотрите данный видеоролик до самого конца. Новое видео выходит каждый день в 20:00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Но перед тем, как я начну уже делать всю эту свою, знаете ли, защиту, Arizona, Roleplay Phoenix, IP, а также мой никнейм Данте Кунер находится в описании данного видеоролика. Заходите туда и ознакомляйтесь со всей информацией именно там. А там же есть ссылочка на мой телеграм-канал, в котором публикуется вся интересующая вас информация. Там же есть гиперссылочка на мою телеграм-конференцию, в которой вы сможете там поприсутствовать, поучаствовать, попереписываться с людьми, а там их уже более 30 человек, возможно, там 30 человек, возможно, 31-32, я не знаю, люди приходят, уходят, а текучесть кадров большая. Ну а мы начинаем. В скором времени, как сообщает одно из желтушных изданий, но я думаю, что данной новости можно верить, потому что она взята из непосредственно паблика Arizona Games или группы Arizona Games, в которой публикуется вся вот эта, знаете ли, разнообразная информация по поводу всего этого. В скором времени на Arizona вместе с обновлением, там, с коронавирусом и со всем прочим, появится школа танцев, в которой, видимо, можно будет изучить какие-то уникальные анимации того, что там, да как будет вообще все это. И вот не так давно появился скриншот того, что в школе танцев также можно будет изучить походку. В зависимости от того, насколько вы там будете круто все это делать. То есть походки, насколько я понимаю, покупаются за очки. За очки, которые вы там проводите в этой школе танцев. Нарабатываете все эти умения. И вообще, насколько вы готовы пофлексить реально без кринжа. Ну, возможно, навести немного кринжатуры там вот. И после этого всего пофлексить всеми своими миллионами, миллиардами и вот всем прочим. Однако, ладно, это с этим-то все понятно, как бы с этим все понятно, и ничего такого подобного больше не будем говорить. То есть обновление как обновление, я почитал, подумал, ну типа охуительно. Опять на Arizona появляется какая-то значимая вещь, которую потом там через несколько десятков миллиардов лет спиздят какие-нибудь там прочие проекты, мы не будем показывать на них пальцем, также не будем их называть, зачем нам все это нужно, если мы и так все это прекрасно понимаем. Так вот, на Arizona Roleplay появится школа танцев, как бы об этом вышли там всякие, знаете ли, посты, и начали их комментировать разного рода люди, которые такие типа, и вот я играю на Arizona Roleplay уже на протяжении 5 лет, но я перестал играть на ней в последнее время, потому что вот эти вот, знаете ли, все обновления, которые выходят, они полная залупа, они полная ебанина, полная хуйня, и я вообще не знаю, как вот можно на всем этом играть. То есть, ну, это реально хуйня полная. Говно, залупа, пенис, хер. Вот, допустим, на моем любимом сервере Gambit Roleplay, вот там все это можно поменять в настройках. То есть, это обычные настройки персонажа и вот всего-всего прочего. И вот таких комментариев там просто миллионы, миллиарды. То есть, понимаете, людям лишь бы доебаться до самого популярного проекта в индустрии сампа. Зачем они это делают, никто не знает. Для чего они это делают, также никто не знает. Ведь я уже объяснял, что на Arizona Roleplay достаточно хорошая экономика и достаточно неплохой сервер. Да, со своими некоторыми проблемами, которые у него безусловно есть, которые безусловно, наверное, можно найти, просто я их не вижу. Наверное, вследствие того, что играю на Arizona Roleplay мало. То есть я больше занят работой и всеми остальными производственными вот этими вот всеми муками. То есть у меня как бы обзоры еще должны выходить. Сам по обзоры, на которые потом всякие разные GTA самп ютуберы или ютуберши реагируют. Так вот, школа танцев на Arizona Roleplay, в которой можно будет изучить стили ходьбы. И вот многих возмутило именно это, типа в стиле ходьбы можно будет изучить, типа зачем это вообще все надо. То есть вот и там Gambit Roleplay комментирует то, что да, у нас это, знаете ли, обычная настройка персонажей, не знаю, что они тут выдумали, что они, блядь, тут удумали, то есть у нас все охуительно, идите к нам играть. Gambit Roleplay забывает сказать о том, что их проект, как лично я считаю, полная залупа, поебень, скучная, что данный проект просто нужно послать нахуй со своими вот этими вот предлогами. Вот это, знаете ли, UCP
типа регистрация, блядь. Вот этот вот отыгрыш своей роли, блядь. А у меня на Гамбите скинов бомжей нету. У меня было большое количество видеороликов, где я рассказывал о том, почему все вот эти вот проекты, по моему личному, опять-таки, мнению, полная, скучная, нудная залупа и хуйня. Вот как сказал один очень такой, знаете ли, известный киевский мыслитель, Гамбит Ролиплей — это как черная икра. Один раз попробовал, а потом уже и как бы не тянет. И, в общем-то, Гамбит Ролиплей в данном случае, да и во многих других, по моему личному мнению, по мнению других людей, слаженных из игры на данном проекте, Гамбит Ролиплей вполне спокойно можно послать нахуй. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. IP Arizona Roleplay Phoenix, а также мой никнейм Dante Connor находится в описании данного видеоролика. Всем спасибо, всем пока.